Всем привет! Сегодня 5 ноября, вторник. Ноябрь – это последний осенний месяц. Вы видите, что у меня листья. Сегодня мы будем говорить о листьях. Тема сегодня – осень. Вы любите осень? Какое ваше любимое время года? Есть 4 времени года. Осень, зима, весна и лето. Я очень люблю осень. Вчера я ходила в парк и принесла с собой листья, оранжевые листья. Вот вы видите, у меня есть много листьев. Листья разного цвета. Это оранжевые листья, это красный лист. Это тоже красные листья. Это не красные, это бордовые листья темного цвета. У меня есть оранжевый лист клена, дерево клен. Зеленые листья, зеленые, странной формы, красивые зеленые листья. На прошлой неделе я была в университете, и по дороге в университет, когда я шла в университет, я фотографировала листья. И сегодня я вам расскажу, что я видела по дороге в университет. Какие листья я видела. Итак, я видела зеленые листья. Вот зеленый лист. Это тоже зеленый лист. Это зеленый лист на траве. А это зеленый лист на дороге. Это зеленые листья, это дерево. Это тоже зеленые листья. Обычно вы видите зеленые листья, но осенью листья бывают разного цвета. И сейчас я вам покажу листья разных цветов. Это желтый лист. Это тоже желтый лист. Это желтые листья. Это красный лист. Это бордовый лист. Это бордовые листья. Это бордовые листья на траве. А вы когда-нибудь видели белые листья? Я раньше не видела белые листья, но на прошлой неделе я очень удивилась, когда увидела белые листья. Вот белый лист. Вот белые листья. На траве они похожи на снег. Это белые листья на зеленой траве. Что еще я видела по дороге в университет? Еще я видела деревья. Это зеленое дерево. Это красное дерево, очень красивое красное дерево. Оно у нас в университете. Это рябина. У рябины зеленые и красные листья и красные ягоды. Еще я видела ягоды. Я видела черные ягоды. Вот черные ягоды. Это тоже ягоды, но красные ягоды. Еще я видела яблоки, маленькие яблоки на траве. Сейчас я вам покажу. Это красные яблоки на зеленой траве. Маленькие красные яблоки. Итак, какое время года вы любите? Вы любите осень и желтые листья? Вы любите зиму и белый снег, вы любите весну и цветы, и голубое небо, или вы любите лето и желтый песок и синее море. Скажите, какое время года вам больше всего нравится?